Друзья, всем большущий привет! Это вторая часть видео про мангал. Именно в этой части мы будем делать с вами раму или станину для мангала. Покрасим его полностью, сделаем полочки. В предыдущей части мы сделали с вами саму барбекюшницу из баллона. Сегодня соберем под нее раму и установим барбекюшницу. Ребят, смотрите, как мангал выглядит на данном этапе. Как он выглядит, что-то мне не нравится. Поэтому я решил вырезать вот здесь вот сегменты, стоит с этой стороны, и варить на вот это вот кольцо, которое мы с вами отрезали от дна баллона. То есть я его отрежу, ободок этот мы сейчас отрежем тоже. Сюда я вот так вот варю. Тем самым мы маленечко в нашу раму мангал заглубим, и он у нас будет как бы заглубленный туда. Поэтому сейчас маленечко переделаем. Я думал, будет нормально, но не нравится мне такой вид. Вот так вот он куда удачнее выглядит, когда он маленечко утопленный. Thank you.
полностью собран и покрашен. Краска термостойкая, удерживает температуру до 1000 градусов. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, не забывайте подписаться на канал. Всем здоровья, всем удачи!